6 сентября 2018 года, город Киров. Разбираем Нептун 23. Сняли с вертлюга поддон, поскольку выяснилась болтанка. Болты вот эти были не затянуты. Сами болты, во-первых, под отвертку, во-вторых, посадочное гнездо в поддоне под полукруглую голову. Здесь мы имеем ровный конус. Какой-то самопал поставили, не родной. Надо будет менять. Плюс выяснилось, болтанка вертлюга. Мало того, что эти болты здесь были подоткручены, то есть поддон болтался, плюс болты не родные, да еще и сам вертлюг имеет люфт вот так вот, уходит. Нижний сайлент блок вообще оторвался. Просто менять. И так, ну тут прокладки. Снимаем вертлюг. Что мы имеем? Две пластиковые втулки. Вот раз. Вот два. Я так понимаю, что за десятилетия эксплуатации у них просто износ уже в любом случае присутствует. Не знаю, можно ли в 2018 году эти втулки пластиковые купить, или придется что-нибудь, скорее всего, может быть, намотать. В принципе, люфт-то не больно велик. Не знаю, если по магазинам случится счастье, можно будет купить. Так. Сам Дейгуд. Что с ним сделается? Литье, оно и есть литье. Соберем, да будет жить. Ну и в своей очереди ожидает голова. Верхний подшипник был раздолбан, заменил. Средний подшипник так и не заменил. Не знаю, коленвал можно ли распрессовывать, пока это не стал делать. Здесь протянули, прокладки поменяли. Тут тоже новая прокладка. Карбюратор К68. За 500 рублей на Авито купленный. Ну и сверху еще зажигание даже не делано. Хочу электронное в этот раз. Катушка 406. Сразу с проводами взял. С крепежом еще непонятно как. В общем, всему свой черед. Маховик лежит, ждет. Продолжаем. Город Киров, 6 сентября 2018 года. Всем удачи!